Зовут меня Людмила Куранова. За год работы в нашем проекте получила новенький автомобиль. Приглашаю в нашу команду. Всем привет! Меня зовут Арсентьев Александр. Я студент, предприниматель, директор проекта «Бизнес-модель 21 века». За один год работы я получил свой собственный автомобиль в подарок. Всем привет, друзья! Меня зовут Влад Егоров. И данный автомобиль Volvo S60 мы смогли получить супругой за то, что вырастили 6 директорских команд. Дорогие друзья, такую машину можно получить каждый. Я мама двух детей. За 9 месяцев работы получила в подарок автомобиль, который облегчает нашу семейную жизнь. У каждого из вас есть уникальная возможность получить авто за хорошо проделанную работу в команде BMD21. Дерзайте! Меня зовут Татьяна Кирякова. Я молодая мама в декретном отпуске. За полгода работы в проекте BMD21 в нашей семье появился первый автомобиль с автосалона. Здравствуйте! Мы семейная пара Александр и Мария Лосякова из Нижегородской области. У нас двое детей. Уже год, как мы получили свой автомобиль по программе от компании-партнера. Это отличная возможность безопасно путешествовать вместе с семьей, а также получить жизнь уровня намного выше. Этот автомобиль я получила в подарок от проекта «Бизнес-модель 21 века». В нашем проекте за хорошо проделанную работу платят не только хорошие деньги, но и дарят шикарные подарки. Мой автомобиль – Skoda Octavia.